В театре поэзии Махачкалы открылась выставка «Кубачинская башня». Участники проекта – профессиональные художники-графики из Германии, Турции, Мексики. Всего экспозиция собрала работы 126 мастеров. Посетить выставку можно до 14 марта. Мадина Рамазанова расскажет подробнее. Холодная война, социальная графика из Нидерландов. Работу ждали в Дагестане полгода. А этот афорт прибыл из Германии. Автор – немецкий художник Ханиф Лейман, на чью выставку даже в Берлине попасть – большая удача. Все гравюры – часть выставки в Театре поэзии. Очень интересный зарубежный автор, очень интересная работа из-за пределов Дагестана, потому что у всех свой особый стиль. Всегда интересно смотреть, как в разных регионах и в разных странах есть какие-то свои особенности, свои сюжеты, своя тематика. Вторая международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня» перекочевала в Махачкалу из села Кубачи, где она открылась в августе прошлого года. Здесь работы профессиональных художников-графиков и студентов художественных вузов. Афорт, сухая игла, линогравюра работали в разных жанрах, подключились даже живописцы республики. Благодаря этому проекту я, наконец, нашла возможности, силы и желание заняться печатной графикой, в частности, линогравюрой. Разная техника, фактура бумаги, ее формат. Художники в работах передают особенности даже географии. Домики дагестанских мастеров и смелые сюжеты иностранцев. Свои овации получили и те, и другие. Уже через 2 года выставка обещает стать еще более масштабной. Это касается и зрителей. А пока вход в Театр поэзии до 14 марта строго в масках. Москва, Санкт-Петербург, Берлин – эта выставка действительно объединила художников со всего мира. Пока только работы, но все обещают приехать, когда снимут ограничения, связанные с ковидом. Мадина Рамазанова, Руслан Салихов. Время новостей.